Бути чи не бути? Ось в чому запитання. А ми зараз поставимо запитання Артему Свистуну, якого ми вже проанонсували сьогодні декілька разів. А чи будеш все ж таки фестиваль «Південні маски» 2015? І недаремно ми в масках і розпочали розмову із нашим гостем. І чи буде у нас розіграш квіточків? Я сподіваюся, що буде, тим паче, що у нас в гостях вже все ж таки є Артем Свистун, президент фестивалю «Південні маски» 2015. У нас є вже і дзвіночок до студії. Усе не встигли привітати навіть гостя. Отож, давайте відразу приймемо дзвіночок, поспілкуємося, а потім вітаємо продовжимо. Вітаємо вас, алло. Так. Здравствуйте. А вітаємо вас. Здравствуйте. А як вас звуть, назвіть, будь ласка. Мене звуть Ніна Дмитрівна. Раді вас вітати, дякуємо, що цей ранок ви зустрічаєте разом з нами. Я так розумію, ви з приводу квиточку, так? Так. Да. Отож, отримуєте квиток, Артем Олександрович, на яку виставу? Ну, прежде всего, хочу пригласить вас завтра, в суботу, 6 июня, в 17.00, на сцене Николаевского академического художественного русского драматического театра состоится премьера мюзикла «Однажды в Николаеве 10 лет спустя», где участвуют все николаевские аматорские театры и приезжие коллективы. Вы увидите палитру фестивального спектакля, и в кассе на вашу фамилию будет оставлен пригласительный билет, контрамарка на все фестивальные спектакли. Вы можете посетить абсолютно все фестивальные спектакли. Отож, ви так дійсно впродовж 10 днів зможете відвідати абсолютно всі вистави, які будуть конкурсні в рамках фестивалю. Отож, залишайтеся на зв'язку, наші режисери запишуть ваші контактні номери, прізвища, для того, щоб ми передали Артему Олександровичу їх, і можете, нагадую, забрати білетики у касі театру. Ми повертаємося до нашого гостя. Вітаємо вас, дякуємо за те, що завітали. Отож, «Південні маски» 2015, ой, я тепер весь софіток. Отож, будуть чи не будуть «Південні маски» 2015? Ну, в любом случае состоится. Я вас хочу поблагодарить за участие в этом фестивале как информационного партнера. И завтра ваш профессиональный праздник, да, День журналистов. И совпадает с открытием фестиваля «Южные маски». И вот эти прекрасные маски мы дарим вам. Ну, а самое главное, вот эту масочку я хочу подарить режиссеру, который создает вот эти прекрасные утренние проекты, да. Вот, ну, чтобы немножко напоминало о событиях, о фестивале «Южные маски». Да, действительно, с 5 по 15 июня состоится 10-й юбилейный фестиваль «Южные маски». Он пройдет на площадках Русского драматического театра, Театра кукол, Университета культуры, Колледжа культуры. И будут необычные площадки. Это библиотека имени Кропивницкого, это летняя площадка Городского дворца культуры и искусств, это прекрасное действие Дионисия 7 числа. Ну и, естественно, николаевцы увидят традиционное грандиозное шествие по нашей улице Советской Соборной. Для малышей театралы выступят в детском городке «Сказка», ну и для взрослых зрителей в Каштановом сквере, для любых участников могут посмотреть это представление. Ну и, соответственно, сами спектакли. Спектакли, которые будут представлены на площадке. А на фестиваль сколько коллективов в зале, скажем так, заявлено, и сколько участников взагалі? Есть уже такая статистика? Есть. Статистика уже есть. Уже, как говорят, все в поездах, в автобусах, самолетах, как говорится, едут. Все подтвердили свое участие. Заявлено 37 театральных коллективов, 605 человек, участники этого прекрасного действия на протяжении всего фестиваля. Отож, міграційної такої хвили в Миколаєві збільшиться кількість. А представники яких міст будуть участниками? Ну, прежде всего, хочу сказать, Киев, столица, представлены 3 театральных коллектива. Это Одесса, представлены 2 театральных коллектива. Это Белгород-Днестровск, это Бердянск, это Чернигов, это Харьков. Вот, харьковчане. Вся Украина едет у нас. Да, вся Львов, практически вся Украина представлена палитрой фестиваля, принимает 13 николаевских театральных коллективов, которые покажут свои работы. Приезжают 3 театра из Польши: Машево, Познань и Голенюв. Действительно, фестиваль разрастается и вот приносит такие, как бы, форум общения театралов, которые мы увидим на площадках. А чи будуть якісь нестандартні, можливо, вистави, або деякі, можливо, театри щось покажуть нове для миколаївських глядачів? Ну, конечно, фестиваль «Южные маски» всегда поражает своими событиями. Первое, что я хочу пригласить, это наших николаевцев на площадку, где с 7 числа на летней площадке Городского дворца культуры и искусств
искусств Артиллерийская 7, где состоится показ спектакля «Сплэш метро». Прямо они просили даже специфическую площадку, это либо переход, либо это должна быть какая-то стройка, либо какое-то помещение, которое не совсем находится как бы в хорошем состоянии, как сценическая площадка. Ну и наш дворец, помещение, которое покажет очень интересно исторически. Хотя хотелось отметить, что это зимнее собрание, где там также проходили в свое время спектакли, и мы вот как бы необычно покажем. Вход абсолютно свободный, любые желающие могут прийти посмотреть на этой площадке необычное киевское представление. Библиотека имени Кропивницкого, наш Николаевский театр арт-класс представит театр ДОК, документальных событий, где вынуждены переселенцы из наших восточных областей, участники этого представления, они рассказывают один день из своей жизни, вот как бы такое документальное решение. Вот, ну и как я уже говорил, необычные площадки, где покажут свои театры. Это польский театр, который привозят три театра на польском языке. Это для студентов университета культуры, колледжа культуры. И одна площадка будет на сцене театра. В программе, пожалуйста, можно на сайте театра посмотреть. И сейчас уже очень много интернета. Да. Вот. И посмотрите, следите за программой. Вот университет культуры, колледж культуры и одна из камерных площадок Русского драматического театра, малая сцена. Там состоятся эти представления. Ваш фестиваль достиг таких великих масштабов. Як ви до цього йшли? Ну, начинали ми в 2005 году. Начинали як фестиваль регіонального масштабу, де приймали участь Ніколаївські театри. Ми зробили такий мюзикл «Однажды в Ніколаєві». Історія стран Северного Причорномор'я, создання театрального іскусства, де кожен театр вплітався в общу канву спектакля. І приймали участь Херсон і Одеса, как бы южного регіону, вот такі два театра. Послідуючим він переріс всеукраїнський фестиваль, приїжджала вся Україна, і послідуючим став міжнародний фестиваль. Начали приезжать коллективы из других стран, из Белоруссии, из Болгарии, из Молдовы, из Румынии, из Польши. Вот. Но фестиваль начал дальше расти. Мы начали делать субрегиональный фестиваль. Это Одесская, Николаевская область. Он проходил на стыке Николаевской, Одесской области в Коблево. Начинали в Николаеве, продолжался в Коблево, в городе Южном и завершался в Одессе. Да? Два года мы так проводили фестиваль, но по ряду причин мы сделали небольшую паузу в прошлом году. Сами понимаете, по каким причинам. И в этом году решили провести 10-й, юбилейный, где начинали в городе Николаеве, в Николаеве завершить этот проект. Отож, ще також у нас на столі є маски, і, скажімо так, дивимося, одна маска, так, і перше, це що, що це взагалі, я так розумію, це еволюція. Так, так, так. Ну, починали ми, от така у нас була статуєчка, ексклюзивна, це... Кладена? Да, золото, діаманти, граніт. Значить, гранітно-степове побужжя – це основа, як би, фундамент нашого, да, парус, в виді куліс, парусник, як би, нашого регіону, штурвал і наши южные маски с чайкой, как бы мы начинали вот с этого из статуэтки, получали наши коллективы. К сожалению, может быть, даже к счастью, эксклюзивно у нас осталась одна статуэтка, вот, и она осталась в истории нашего фестиваля. Но в последующем тоже авторская статуэтка, которая вот у нас в этом году диамантовая маска, да, настоящие бриллианты, да, перерисла. Это получается раз на 5-м фестивале и на 10-м фестивале. Она в необычной форме, так она улыбается, а так немножко она грустная, да, вот как бы в таком событии. Неимоверно, да? Вот. И эта маска достанется тому коллективу, который лучше всех покажет свой спектакль, представление на фестивале, и это будет как бы ознаменование лучшего спектакля, лучшего фестивального проекта за 10 лет фестиваля. Вот. Ну и будут, конечно же, золотые маски, серебряные маски, бронзовые маски, маски «Дружба народов», маски... маски будут да, 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 маски заполнят наш город. А хто займається дизайном у цієї маски? Ну, Любов Ділян, у нас наша выпускница университета культуры, она разрабатывала дизайн-макет первой статуэтки и второй, и, соответственно, у нас есть наши партнеры. Это основа гипсовой формы, которые выступили спонсорами, меценатами этого проекта. Это фирма «Эллада». Вот. И нам очень приятно, что помогают нам наши партнеры, спонсоры, помогают реализовывать эти проекты, создают частичку души, вкладывают. Вот. Инкрустация наша тоже прекрасный магазин, который создал эту вот инкрустацию и покажет свои работы. Ну и вообще это труд волонтеров, потому что действительно это не
оплачиваем проект, как бы никто не получает заработную плату, коллектив абсолютно приезжает за свои деньги, проезд, питание, проживание оплачивается самостоятельно. А вот щодо волонтерів, як ви знаходили людей, чи це вже люди, які із року в рік вам допомагають? Знаете, вот очень приятно, что многие наши активисты, общественные деятели, как бы растут на фестивале «Южные маски». И вот Анечка Ганжул, которая сейчас тоже проводит многие проекты, вот, и ребята, которые уже работают в профессиональных театрах, ну, грубо говоря, часть это мои студенты, которых я преподаю, да, часть это студенты, которые из Киево-Могилянской академии, Национального педагогического университета, которые приходят и как бы предлагают свою помощь в организации проведения этого проекта. Есть люди, которые из года в год уже ждут этот проект, есть новые ребята, которые присоединяются, но я вам хочу сказать, за эти период, вот 3 месяца подготовки, усердной подготовки год до, и непосредственно проведение фестиваля, это большая школа жизни. Умение организовать, скоординировать, встретить коллективы, решить какие-то вопросы технические, организационные, и показать, естественно, наш славный город Николаев, потому что это экскурсионные маршруты, это посещение наших уникальных мест, это тоже действительно А я пропоную зараз показати відео фоторяд, який ми підготували. Це із не з цього року, зрозуміло, фотографії з минулих, і попросимо нашого гостя прокоментувати. Ну, традиційні наші маски. Вот у нас в этом году буде 10-та маска, великі вот образи. Это вот експериментальні роботи в Коблево показував польський театр, мастер-класи, та обладатели Гран-при Київ, театр Вавилон, праздник Нептуна, который мы проводили на берегу нашего Черного моря, ну вот наш Николай Михайлович Нептун, уникальное событие, которое происходит, фаер-шоу, огненное представление, которое тоже у нас участники показывают на площадках, классические произведения классического жанра, которые проходят на сценах. У нас были свадьбы на фестивале, вот это позапрошлом году состоялась свадьба наших ребят, которые познакомились в театре, Юлия и Тарас, и мы делали такую церемонию на берегу моря, и устраивали такое представление, парад-шествие, которое привлекает людей. И 13 числа в 16:00 состоится парад-шествие по главной улице нашего города, где могут посмотреть наши участники. Ну, вот ростовые куклы, артисты. Это то, что создаст настроение и праздник у всего нашего, всех жителей города Николаева. А ми продовжуємо розмову із нашим гостем, тому що нагадуємо для тих, що хто щойно долучився до нашого ефіру, що у нас в гостях Артем Свистун, організатор і президент 10-го міжнародного фестивалю «Південні маски». Маски у нас тепер також повсюди. Так, вони і повсюди. Ми презентували, нам презентували маски театральні, також презентували те, як цього року буде, яка маска найголовніша, так, і приз, скажімо так, перших років. Хотілося б ще запитати, які іще номінації, а можливо призи, будете для участников, для старожилів фестивалю? Ну, хочу сказать, что есть уникальная наша номинация, это корифеи сьогодення. Мы знаем, что в театрах есть люди, которые создают истории, это корифеи, да? И мы решили ввести такую номинацию, она вручается раз в 5 лет, и поблагодарить и наградить тех коллективов, руководителей театральных коллективов, которые создают историю в своих городах, которые создают подобные фестивали, которые делают определенный вклад в развитие именно аматорского театрального искусства. Потому что многие спрашивают, аматоры – это любители, это самодеятельность или это профессионалы? Мы знаем из истории украинского театра, что аматорские корифеи и театр корифеев стали профессиональной школой украинского театра. Да? Да. Вот. Также здесь. И мы хотим сказать слова благодарности тем людям, которые вот держат это небо. Небо создают эту историю и развивает наше театральное искусство. Ну, естественно, каждый коллектив получает сертификат участника. Мы по международным стандартам вручаем дипломы на 2 языках. Да? А чьи у вас фавориты? Ну, как вам сказать, фаворитов нет. Для нас все абсолютно. Люди, которые впервые принимают участие, люди, которые уже из года в год ездят на фестиваль. Очень было приятно, что коллектив, многие коллективы приезжали из года в год, росли творчески, получали обладатели гран-при или золотой маски. Это действительно заслуженно их. Ну, для нас все, абсолютно все равны. И у нас идет 3 категории. Детские театры, театры аматорские, молодежные, любительские.
И третье – полупрофессионалы. Профессиональная школа – это університети культури, коледжі культури, які навчаються цій професії. Зрозуміло. Якщо, Корифеї, ви зі свого боку хотіли б подякувати, і подякувати їм за те, що вони тримають над Миколаєвом, взагалі над Україною, театральне небо, то ми хотіли б вам подякувати за не один фестиваль, який ви організовуєте, тим самим піднімаючи престиж Миколаєва, піднімаючи, скажімо так, туристичну його привабливість. Також тримаючи небо Миколаєва. Так. Отож, дякуємо вам, дякуємо за те, що завжди відгукуєтесь на наші запрошення, приходите до нас в ефір, завжди стаєте родзинкою останньої години.